Доброе утро. 12 сентября. Опять этот кораблик стоит. Пошли. Боже, как красиво. Я поднялась на крышу. Проснулась в 6 часов утра. Выспалась. Спала, как ребенок. Восход. Наверное, уже 7. Ой, красота какая. Прохладненько. Даже холодно немножко. Я в маечке. Ой, сейчас беру свою машину в аэропорту. Насмотрелась красот, куда я поеду. Аж сердце замирает. Куда же я поеду? В какую красотень? Какие невероятные пляжи. Какая гора высоченная. Не знаю, хватит ли мне 6 дней объездить всю эту красоту на юге. Боже, боже, боже мой, какая красота. Спала сегодня просто без задних ног. А я иду завтракать. Вот там вот мой отельчик. И вот тут я нашла маленькое уютное кафе, которое расположено прямо на пляже. Вот кафе Зи-Зиа. Закрыто, к сожалению. Ну, пойдем тогда в другой ресторанчик. Итак, я зашла в буфет. Буфет стоит 12,50. Ешь сколько угодно. Я сейчас варю себе кофе, делаю себе тостик, эспрессо. И тут грибы, омлет. Сейчас он омлетик ему принесет. Очень-очень вкусненько все. И сок даже есть. Вот такой вот у меня завтрак. Грибочки. Очень хочу хлеба. Соскучилась. Ой, так хорошо позавтракала. А теперь время для сигаретки. И забираю вещи и пошли в аэропорт. С утра поднимаются флаги. Здорово. Ну что, до свидания, мой уютный домик. Пошли пешком в аэропорт. А сегодня река разлилась. До свидания, это красивое место. Я сюда еще приеду. И вот километр я уже по мосту прошла. Осталось мне 2 километра до аэропорта. Жарковато немножко, конечно, но ничего. Я кофточку на себя нацепила, рубашечку, чтобы не обгореть. Ну и шапочка, конечно, как всегда. Что-то там взрывается. Вот он, аэропорт. И вот так хорошо сделали дорожку. Это для машин, это для велосипедистов. Туда и обратно. Итак, я уже прошла 2 километра. Мне осталось 1,5 километра, и я буду на месте. И надеюсь, сожгу половину своего завтрака. Ну вот я и пришла. Вот он, мой аэропорт. И вот там моя машинка. Нашла я свой еврокар. Девочка мне дала холодненькой водички. Сейчас меня вызовут, я пойду заберу свою машинку. Мне дают машину, даже лучше, чем я заплатила. Короче, дали мне ключи от машины. Содрали с меня еще страховку. В итоге мне машина обошлась в $650. Hello! How are you? Okay. Со мной носятся как с писаной торбой. Говорит, ты премиум. Конечно, с такие деньги отвалила. Я одна, наверное, такая чокнутая. Wait. Вот из в ней вернись спать, а не на ней. А, тут я не залезу, тут столб стоит. Так, мои документы.
This is my key? Yes. Угу. Я, наверное, когда заведу, они откроются. Кто-то... Excuse me, sir! Ну что, с Богом. Машинка, я тебя уже люблю. Ты же знаешь. Я тебя уже люблю. Я тебя уже люблю. Так, теперь мне надо сделать мои сиденья, чтобы они меня слушались. Так, а как его включать? Где его включать? Бляха-муха. А, power здесь. Power. Надо нажимать на тормоз и power. Мальчик мне сейчас поможет. Все, мальчик мне подключил, слава Богу. И, кстати, говорит на английском языке, слава Богу. Он хотя поставил этот португальский язык. Ну, я слышала, она сказала мне женским голосом, говорит мой GPS. Слава Богу, все, поехали. Тра-та-та-та. Я бы ни за что в жизни не подключила. Так, дяденька, давай уезжай, следишь за мной уже 2 часа. Давай уже уезжай куда-нибудь. Ну что, еду я по Португалии, нормально. Единственное, что такой длинный нос у этой машины. У меня на моей... Что у меня за Toyota? Носик коротенький. Это такой прям длинноносая машина, ужасная прямо. Едем. Едем в Икею. Тетенька, стоять. Я тебя пропускать не буду.